Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Поет Булат Акуджава с экрана, его песню подхватывают преподаватели, студенты, собравшиеся накануне профессионального праздника для преподавателей высшей школы в актовом зале РГУ «Ринг». Атмосфера в зале демократичная. Со ступенек ведущих на сцену по-домашнему душевно обращается к собравшимся ректор РГУ «Ринг» Елена Макаренко. Благодарит коллег за их огромный труд, желает всем успехов. Ведущие праздника – журналист, здешний преподаватель Евгения Опарина и студенты факультета лингвистики и журналистики, организатора встречи. Зал с удовольствием включается в парад поздравлений, кульминация праздника – спектакль «Маленький принц», поставленный по известной повести сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Спектакль вызвал шквал аплодисментов. Руководитель студенческого театра «Пикник на обочине», заведующая кафедрой журналистики Елена Клеймёнова. Режиссер-постановщик Елена Иванова – преподаватель филиалов ГИК. Напомним, 2 года назад Миноборнауки Российской Федерации утвердила новый профессиональный праздник – День преподавателя высшей школы. Датой празднования является 19 ноября. В этот день в 1711 году родился известный ученый, первый русский академик, поэт, художник, реформатор русского языка, основатель первого русского университета Михаил Васильевич Ломоносов. Давайте жить во всем, друг другу потакая.